Сегодня мы отмечаем День российского интернета. Интернет давно уже перестал быть игрушкой только для детей. Это, на самом деле, очень серьезные инструменты для нашего бизнеса, для нашей социальной сферы, вообще для людей, которые так или иначе удалены от благ цивилизации, но хотят быть в тренде, хотят быть частью современного информационного общества и работать, зарабатывать, получать дополнительное образование, знания, общаться, быть востребованными. И вот сегодня мы говорим о том развитии интернета, проникновении интернета в Вологодской области. Вологодская область является одним из лидеров в развитии информационного общества Российской Федерации. И мы реализуем много совместно с Министерством связи Российской Федерации, с Ростелеком проектов на территории Вологодской области, которые позволяют все больше и больше подключать людей, вологжан, к интернету. Ну и сегодня мы чествовали участников и лучших в проекте, который позволяет нам обучать людей компьютерной грамотности, бесплатно обучать. Это проект «Электронный гражданин», который мы реализуем вместе с Минкомсвязью. Вот уже 2 года. Сегодня мы отмечали лучший центр общественного доступа, где обучено за последний год 15 тысяч вологжан в самых удаленных точках Вологодской области бесплатно. И лучших учителей, которые тратят свое, в том числе и личное время, на то, чтобы все больше вологжан могло не просто пользоваться компьютером, а действительно использовать компьютеры, интернет, все блага современной цивилизации, современного информационного общества для своего развития.